Во втором филиале Центральной библиотеки вспоминали первого балхашского академика, эколога Кумсбека Сванкулова. В этом году исполняется 70 лет со дня рождения академика Казахской народной академии Казахстана. В зале библиотеки собрались одноклассники, родственники и друзья ученого. Кумсбек Сванкулов родился в Балхаше 15 июня 1948 года. По специальности был физиком, больше 20 лет преподавал студентам. Больше 40 его научных разработок и статей было опубликовано в Казахстане и СНГ. В 1995 году Кумсбек Сванкулов создал в Балхаше научное общество для молодежи. В апреле 1996 года ученому присвоили звание академика Народной академии Казахстана «Экология». Он стал первым академиком, вышедшим из Балхаша. Выдающийся физик, эколог, умер на 48-м году жизни. Спустя два года 32-му кварталу дали имя Кумсбека Сванкулова. Конечно, только жалко то, что в 96-м году я его потерял, в тот момент, когда я уже учился в 5-м курсе. То, скорее всего, кто-нибудь из моих детей или даже детей моего младшего брата, может быть, продолжит путь моего отца.